Добрый день, на БТБ новости. Спасибо, что вы с нами. Весь украинский гуманитарный груз прибыл в Луганскую область. Об этом сообщила на своей странице в соцсети уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Востоке Ирина Геращенко. В Старобельске миссия Красного Креста официально принимает груз, пришедший из Харькова, в Северодонецке, из Днепропетровска. Работы проходят под контролем представителей Красного Креста и главы Днепропетровского управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Колонна с грузом из Киева уже в Лисичанске. Местные хлебзаводы испекут хлеб из части привезенной муки. Весь украинский гуманитарный груз передается миссии Красного Креста согласно всех норм и правил. И на сегодняшний день нами сформировано уже более 80. На сегодняшний день нами сформировано около 80 больших грузовиков, которые должны довести продукты. Продукты тем, у кого бандиты продовольствие, еду, нормальную жизнь забрали. Гражданские люди в этом не виноваты. Именно поэтому мы сегодня приготовили гуманитарный груз. Мы вступили в контакт с Красным Крестом. Мы обеспечиваем, чтобы жители Луганска, и не только Луганска, наконец получили продукты, генераторы для снабжения электроэнергией, ремонтные бригады для возобновления снабжения питьевой водой. Ремонтные бригады для восстановления поставления чистой воды. Потому что мы хотим, чтобы нормальная жизнь вернулась ко всем, кто сегодня страдает из-за террористической деятельности так называемых ЛНР и ДНР на востоке Украины. Так званых ЛНР и ДНР на сходе Украины. Президент Украины Петр Порошенко встретился с военнослужащими, освобожденными из плена. Благодаря общим усилиям власти и небезразличных людей из разных стран, из подвалов террористов удалось вызволить 25 солдат. По словам Петра Порошенко, это только начало. Власть делает все, чтобы освободить всех пленных, а Украину привести к победе. Я подчеркиваю, что мы будем продолжать эту работу. Больше сотни людей все еще находится в засадах у террористов. Мы ни в коем случае не должны прекращать эту работу по освобождению наших собратьев. Каждый из них украинец. Каждый нужен нам, украинской власти. Конче потребен нам, украинской власти. После того 18 дней, как провел в подвале, постоянно пытки, постоянно, блин, бьют, постоянно морально угнетают, то тут уже, блин, на свободе красота. И больше всего благодарен государству, что до нас, оказывается, помнят, знают и помогают. В Брюсселе проходит чрезвычайное заседание Совета ЕС по иностранным делам. Его созвала верховный представитель Евросоюза по внешним делам и политике безопасности Кэтрин Эштон. Обсуждают ситуацию в Украине, а именно интервенцию российской техники. Министр иностранных дел Литвы сообщил перед началом заседания в Брюсселе, что в Украину из Российской Федерации въехали 70 единиц военной техники. Кэтрин Эштон считает это недопустимым и отмечает, что ЕС продолжает прилагать усилия по восстановлению мира и стабильности на востоке Украины. Мы знаем, что происходит в данный момент на границе Украины и России. Мы продолжаем прилагать все наши усилия. Состоялись диалоги президента Еврокомиссии Баррозу с президентами Порошенко и Путиным. Мы пытаемся найти выход из ситуации, который принесет стабильность и безопасность в Украину, уважая ее территориальную целостность. В СНБО признали факт въезда российских БТРов и грузовиков. Российская боевая техника, которая пересекла границу с Украиной, возможно, направляется в Луганск. Колонна прошла через неконтролируемый украинскими военными участок границы. Однако у СНБО есть возможность получать информацию о ее передвижении. Там уверяют, что вся техника, которая пересекла границу, не сможет оставить территорию Украины. Украина не может оформить гуманитарный груз из России из-за отсутствия документов, так как Федерация сотрудникам Красного Креста документы не предоставила. Как только сопроводительные бумаги будут получены, груз примут и доставят на место назначения. Напомню, пресс-служба штаба АТО сообщила, что Украина начала таможенную проверку и оформление гуманитарки из России. С украинской стороны в инспекции принимают участие 59 специалистов. Грузовики с российским гуманитарным конвоем заполнены лишь частично. Некоторые вообще пустые. Об этом сообщили в московском бюро издания Financial Times. Российские аварийные службы прокомментировали эту ситуацию необходимостью иметь запасные грузовики на случай поломки. В издании отмечают, что создается впечатление, что КАМАЗы упаковывали в спешке и не было достаточно времени, чтобы заполнить их до конца. Груз везу сгущенное молоко. Здесь палеток получается 7 тонн 920 килограмм. По весу автомобиль 20 тонн.
Гуманитарный конвой, который направляется в Украину, является частью легенды, которую создает Владимир Путин для оправдания вторжения в Украину. Об этом заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. По его словам, Путин использует сценарий, который во время грузино-российской войны применили США. Вашингтон послал гуманитарную помощь Грузии, чем и остановил продвижение российских войск. Саакашвили считает, что Запад не хочет давать Москве повода к военному вторжению, поэтому предлагает Украине принять этот груз. В ближайшее время Австралия откроет в Украине свое посольство, поэтому украинцам больше не придется ехать за визой в Москву. Об этом сообщил премьер-министр страны Тони Эбботт в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко. Также Австралия выразила готовность оказать помощь пострадавшим регионам Донбасса. Премьер-министр Австралии дал высокую оценку действиям Украины по организации международной гуманитарной помощи для Луганска. И выразил надежду, что Украина в ближайшее время возобновит мир и стабильность в регионе. После этого Австралия намерена вернуть свою миссию, чтобы закончить поисковые работы и расследование обстоятельства гибели малазийского самолета. Также президент Украины обсудил сегодня ситуацию на Донбассе с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. Британский премьер заверил Петра Порошенко в своей твердой и последовательной поддержке Украины и действий главы государства. Великобритания готова предоставить Украине 1 миллиард фунтов стерлингов, которые она выделяет для гуманитарной помощи ООН. Продолжаются ожесточенные бои за удержание позиций. Террористы оказывают сопротивление силам антитеррористической операции. Но, несмотря на это, наши солдаты освободили еще 3 населенных пункта. Булавинская, Чернухина и Александровская. Вчера был нанесен артиллерийский удар по позициям наемников. Артиллеристы отлично выполнили свою работу. В результате противник понес потери в технике и живой силе. На подступах к Луганску произошел бой. Враг понес потери, отступил со своих позиций. Европейский суд рассматривает 3 иска Украины против России. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко. По делу об аннексии Крыма уже есть первое решение. Россию обязали вывести военный контингент с территории полуострова. Также решается вопрос нарушения прав собственности украинского государства в Крыму. Претензии российской стороне составляют 1 триллион 200 миллионов гривен. И эта цифра не окончательная. Еще один иск относительно похищения на Донбассе сепаратистами детей, которых они вывезли на территорию России. Также Европейский суд рассматривает дело по запрету въезда на территорию Крыма экс-лидеру Меджлиса Мустафе Джемилеву. Грядущий учебный год в большинстве школ Донбасса начнется 1 сентября. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Квит. По его словам, детей на Востоке смогут обеспечить всем необходимым для учебы. Отложат первый звонок лишь в тех заведениях, которые оказались в эпицентре боевых действий. Всего же на Донбассе разрушено или повреждено более 200 таких зданий. А вот в некоторых местных вузах учебный год начнется с 1 октября, так как прием документов от абитуриентов там продлили до 15 сентября. Те же студенты, которые выехали из зоны АТО, смогут выйти на занятия в регионах, где они сейчас находятся. Фактически это будет статус, условно говоря, свободного слушателя. Они смогут там учиться, они получат справки о своих оценках с тем, чтобы они могли вернуться потом к себе и продолжить обучение. В столице существенно упростился процесс регистрации прав собственности на недвижимое имущество. Первый, пока единственный на сегодня в Украине модельный офис по предоставлению административных услуг посетил министр юстиции Павел Петренко. Учреждение действует по грузинскому принципу. В одном месте посетитель может получить консультацию, подать заявку, получить свидетельство о праве собственности. При этом требуется минимум документов – паспорт, код и оригинал договора покупки-продажи недвижимости. Оператор вносит информацию в систему, которая автоматически запускает процесс регистрации. Павел Петренко отметил, что коррупционная составляющая в этом процессе сведена к минимуму. Контакт клиента с самим регистратором исключен. Тестовую модель в перспективе внедрят по всей территории Украины. Раньше фактически те регистраторы, которые принимали документы, они же принимали решение относительно их регистрации или отказа. Был прямой контакт у регистратора с человеком, который приходил с пакетом документов. И фактически именно здесь была основная бытовая коррупция, потому что регистратор более лояльно относился к тем людям, которые с ним вступали в неформальные отношения. Спасибо вам, что вы с нами. Цены на энергоносители, валюту и драгоценные металлы далее. Мы же встретимся с вами ровно в 18:00. До встречи на БТБ.